Я знаю, что мне повезет. Добрый вечер, дорогие наши зрители. Добрый вечер всем тем, кто каждый будний день принимает активное участие в наших замечательных розыгрышах. Всем желаю удачи. Я знаю, что вам непременно повезет. А всего лишь навсего-то нужно сделать несколько простых действий. Ну, во-первых, постоянно смотреть наш телеканал. Во-вторых, быть подписчиком группы телеканала «Самара ГИС» ВКонтакте. Если вы еще не там, заходите, не стесняйтесь. У нас уже почти 10 тысяч. Кто будет 10-тысячным, получит приз. Ну и, конечно же, ищите объявление о розыгрыше, делайте репост, оставляйте свой порядковый номер в комментариях и ждите чуда. Кстати, спасибо всем тем, кто у нас там активно следит за тем, чтобы порядок в комментариях присутствовал. У нас там даже какая-то своя полиция уже образовалась, полиция нравов, которая бдит за тем, чтобы люди не ставили лишних номеров, не ставили неправильных номеров, и все было по-честному. Вам большое спасибо. Ну а сегодня наш волшебник, который будет тянуть номерки, это Вячеслав. Вячеслав, добрый вечер. Здравствуйте. Вячеслав, ну расскажите немножко о себе. Мне 24 года, я работаю на заводе токарем. Что еще? Ну, то есть это вот тот самый, я не знаю, образ мужчины, который работает руками, который носит небольшую бороду, я не знаю, вечером, что он приходит домой, у него кот. Кот, девушка, конечно, естественно. Хорошо, ну все замечательно. Но сегодня у нас вот замечательный мешочек. Я предлагаю его уже потасовать. Везет ли в чем-нибудь, в каких-нибудь, не знаю, лотереях, может быть, приходилось что-нибудь выигрывать когда-нибудь? Ну, несколько раз я выигрывал, да, в конкурсах. Ух ты, здорово. Да. Ну что, мы разыгрываем пригласительные билеты на группу «Тараканы» 21 апреля. И наш первый счастливчик – это наш зритель под номером… Пам-пам. 35. Номер 35. Вот этот комплект билетов, я сейчас держу их в руках, отправляется именно вам. Так, еще один комплект билетов. Все по-честному. Все там правильно. Ничего такого лишнего нет. Ну все, тянем номерок, и это будет номер. Тщательно. Все, Вячеслав перемешал. И это будет номер... 39. 39, 35 и 39. Замечательные номера, друзья. Если вам не повезло, ну, пожалуйста, не расстраивайтесь. Если хотите здесь, на самом интересном месте, здесь, на месте Вячеслава, вершить судьбы, оказаться в эфире, записывайтесь на участие. Это сделать очень легко. Ну, а прямо сейчас стартует очередной розыгрыш. Что же там интересного будет, кому повезет, заходите, регистрируйтесь, оставляйте свои комментарии. Я желаю вам удачи. Ну, традиционно наш гость передает всем пламенные приветы, кто его смотрит, кто его любит и кому хочет сказать, может быть, важные и нужные слова. Вячеслав, камера напротив, дерзайте. Ну, передаю привет своей семье, своим друзьям и, конечно, коллективу родного завода приборных подшипников города Самара. Ура! И коту. Конечно. Спасибо большое, Вячеслав. Ну а вам, друзья, желаю удачи, хорошего четверга. Уже совсем немножечко осталось впереди выходные. Хорошая погода. До встречи. Я знаю, что вам повезет.